пройти обучение, взять кредит, открыть собственное дело и трудоустроить население. По программе продуктивной занятости и массового предпринимательства в прошлом году в Алихановском районе займы в рамках проекта «Бастау бизнес» получили 24 сельчанина. Им выдали 87 миллионов тенге. С начинающей бизнес-вумен из села Кишкинеколь познакомилась Агири Мукашева. Эту парикмахерскую в селе Кишкинеколь открыли в декабре прошлого года. Вложили 5 миллионов тенге, 1 400 000 из них получили по государственной программе «Продуктивная занятость и массовое предпринимательство». Открыть свой салон красоты Асмагуль Балтабаева мечтала с детства. Сама владела профессией парикмахера. В сентябре 2016-го взяла кредит на 4 года под 6% годовых. Во всех начинаниях ее поддерживает супруг. За 300 тысяч тенге они купили землянку. Старую постройку снесли и на ее месте выстроили новое здание. Из Алматы привезли оборудование. В него вложили 1 миллион тенге. Услуги маникюр, наращивание ресниц, покраска бровей, коррекция бровей, стрижки мужские, женские, детские, покраски, химзавивки. Практически все, что в салонах делают, все мы делаем. Бизнесвумен планирует добавить услуги косметолога и открыть массажный кабинет. Говорит, район большой, а салонов красоты мало, поэтому клиенты будут всегда. Очень рада, что у нас открылась такая парикмахерская. Здесь обслуживают так хорошо. Часто приходим сюда. В день здесь обслуживают около 15 человек. В салоне, кроме Асмагуль, работают еще два мастера и кочегар. В рамках программы продуктивной занятости у нас в районе развивается. На текущем году планируется также обучение по рамках бизнес-бастау и получение кредитов. В дальнейшем на перспективу, конечно, будет больше, предприятия будут развиваться, бизнес будет развиваться, они будут открывать еще дополнительные рабочие места. В прошлом году в Алихановском районе 210 сельчан прошли обучение в рамках проекта «Бастау бизнес». 24 из них получили кредиты на общую сумму 87 миллионов тенге по программе продуктивной занятости и массового предпринимательства. Благодаря этому в районе удалось открыть больше 40 новых рабочих мест. Айгерим Мукашева, Михаил Казначеев, новости МТРК.